Читаем добротолюбие. Блаженны очи, с разумом стыдящиеся, простеритесь к Богу, и старающиеся язвы свои уврачевать с разумом, сознающие грехи свои и молящиеся об отпущении их. Горе же тем, кои губят время свое, думая, что безгрешны, кои попирают совесть свою, не желая быть приводимы ею в сокрушение и не признавая, что немало есть быть малейшим. Преподобный Авва Исаия.